Андрей убирал студию целый день. Почему вы звонили бы мне? Нет, ну там надо развешивать там. Смотрите, что происходит у нас. Пришли, посмотрели, перешвыряли, бросили. И да? Оставили там, да? Нужно понимать, что я за все отвечаю. Лампа включена, дымится уже, она уже вся перегрелась, раскаленная. Да? Здесь живцы, если это что загорится. Поэтому сейчас надо, чтобы поснимали, убрали, сделали фотографию, выставили, чтобы мы видели, что здесь все. Фотографирую, я потом все так же, как взял, так же и ложу. Нет, прямо. У нас должны быть места, значит, нам нужно повесить там софтбоксы, там, значит, вся штативы здесь, там, да? И чтобы все было на своем месте, да. Потому что... Да, и центральный этот рубильник надо отключать. Ну, или автомат поставить. Нет, надо в голове, чтобы было... Нет, все понятно. Нет, ну сейчас современные системы уже появились. Вот. То через сколько-то времени бездействия все отключается. То, что касается у нас музея, значит, да? В музее у нас там, по-моему, 1000 рублей только пришла в музей. У нас привез из Нижнекамска Павел. На себе принес целую кучу фотоаппаратуры, книг. Вот. Музей растет. Нам нужно этот музей просто довести до ума, да? Значит, нужны какие-то идеи, раз ну, народ не хочет жертвовать для музея республики по фотомузею, да? Значит, нам нужно... Можно я предложение сделаю? Давай. А у наших старых фотографов много техники разной, от которой они хотят избавиться. Нет. Продать хотят. Так надо сделать так, чтобы они выставили его в музей и там продавать. Во-первых, будет процент с продажи, а во-вторых, будет функционировать как музей. Я не говорю, просто нам вот эти стеллажи надо, там столько нам нужно нарезать, да, сколько там... Там три полки на... 12 полок надо. Там тысяч на 8, ты сказал, да, надо, в общем, там склеить вот это все. И уже этот музей, чтобы он начал уже функционировать. Да? В Национальной библиотеке я предложил сделать полку фотографов, да? Ну, чтобы ну, люди пришли и могли посмотреть книги о фотографии. Да? Сейчас века иллюстрации, но пока они думают, еще решают, как это сделать. Я вот там полку одну взял уже, там книги положил, Фарида Губаева, брошюры. Там, ну, журнал, обычно полка это сломается, да, ну, значит, надо какой-то нам тоже стенд сделать, да, или что-то сделать, где эти книги можно было людям полистать, обратно положить, чтобы посмотреть, потому что важно и доступ к информации, да, чтобы можно было. Вот эти вот вещи необходимы, в первую очередь нам нужно вот информационную полку и музей сейчас надо сделать.